Всем добрый вечер, дорогие друзья, всех приветствую на канале. Сегодня у нас в эфире будет код да Винчи. Ну и, собственно говоря, будем дальше проходить эту замечательную игру на платформе ПК. Есть, конечно, еще PlayStation 2, но, боюсь, увы, не нашел я годную версию для PlayStation 2, так что будем проходить на ПК дальше основной сюжет игры. Ну, на прошлой трансляции мы остановились в довольно-таки интересном месте. Остановились мы в подвале поместья, где нам нужно собрать арбалет, а точнее части арбалета. Привет, Лин, приветствую, доброго тебе вечерочка, всем здрасте, ребята. И очень нужно нам собрать части арбалета, чтоб что-то с этим сделать. Не знаю, конечно, что именно, но что-то, наверное, придется собрать. Наверное, чтобы победить какого-то зоомонаха, который к нам, кстати, вчера ворвался в поместье, когда мы разгадывали очередную головоломку. Очередную, бесконечную, наверное, головоломку, я бы так сказал, потому что головоломки тут растут как по дрожжам, можно сказать. Как на дрожжах, точнее. Так что, ребята, такие вот пироги. Ну что ж, вчера мы, кстати, вот эту вот картину разгадывали, искали там скрытые мотивы, посылы, символы. Ну, и угадали парочку, так сказать, скрытых, замысловатых символов. Ну и раскрыли, соответственно, очень интересный сюжетный поворот, я бы даже так сказал. Так, ну что, давайте продолжать. Загружаем нашу игру. Шато Валет называется поместье, как я понял. Так, нам сейчас нужно собрать арбалет, только, наверное, придется нам это сделать скрытно. Сейчас спросим нашего товарища. Данный арбалет находится вот здесь, как видите, наполовину собранный. Что еще об Ахтуровых рыцарях я должна знать? Пока не знаешь всего, обязательно найдется что-то, что нужно узнать. Но если хочешь узнать что-то конкретное, просто осмотрись. Мое поместье полнится сведениями. Эми, я хотела узнать. Зачем? Ну зачем вы меня тревожите? Очевидно же, что вам не нужны мои услуги. Вредный дворецкий. Неважно. Попался нам. Так, ну что, погнали. Тибинг уже достаточно рассказал о легендах Артурова цикла. Так, надо остерегаться. По-моему, бешеный монах был какой-то. Сейчас как нападет. Так, что это у нас тут? Бинт. Это пригодится. Так, бинт может пригодиться, это верно. Так. Куда нам вообще идти? Наверное, на второй этаж, скорее всего. Нет, на второй этаж мы не можем попасть. Давайте проверим, может, мы что-то упустили. Так, взять, что мы там нашли? О! Краеугольный камень принадлежит Манустей. Отдайте его мне немедленно. Мне бы пригодилась помощь. Так, сейчас, момент. Глупец! Боль лишь очищает мою душу от того, на что ты меня толкаешь. Предупреждаю, я агент судебной полиции и... Умри! Ух ты, какой опасный у нас тут. Еще и человека поднял прямо одной рукой. На порошке. Кажется, что и рука Господня может ошибаться. Чтобы остановить его, понадобится куда больше. Давайте притащим эту часть баллисты к лифту. Ага, вот он. Вот для чего это нужно было. Так, часть баллисты мы нашли.
А, что мы еще должны были найти? Какую-то еще, наверное, часть. Давайте, наверное, пойдем за детективом, потому что он нам подскажет, где, возможно, могут быть части. Так, еще один бинт. Вещь вроде полезная. Что бы полезная? Вещь всегда полезная. Хозяйство пригодится и, как говорится, на работы. Так, ну что ж. Где наш великий оруженосец? Вот он. Вот наш оруженосец. Так, вот эта часть. Ох, блин, нифига себе, кто он тут взялся. Вы по-прежнему упорствуете, не так ли? Вам не одолеть нашу веру. Боже, пойдет на вас, язычники. Как ты одолел сестру Сандрин? Разве жизнь не священна в твоей религии? Она пошла против Бога, отвергла труды Манусдей, как Сенешали и тот гнусный червь, которого они звали Великим Магистром. Нет! Ты же засранец такой. О, мы его заперли. Софи, мне очень жаль. Давайте притащим эту часть баллисты к лифту. Ярость этого чудовища безгранична. Так, ну неплохо, плохо, хоть сами потащит. Нам не придется тащить. Так, сколько еще частей, интересно? Пойдемте дальше смотреть. Какой-то, короче, бешеный монах нас пытается тут остановить, я не знаю. Так, здесь, походу. О, опять он. Ты убийца. Убийство по Божьей воле не убийство. Господь не выносит души. Но это все, что смогли Сенешали, прежде чем сдохнуть. Бог больше не станет терпеть вашу душу. Убийство – величайший грех, вне зависимости от причин. Учитель мудр. Он знает, какое зло возможно совершить во имя добра. Нифига, мы его там прибили полкой. Что он сказал про учителя? Кто-то велел ему убить моего деда. Мы должны выяснить, кто. Этот шкаф его не остановит. Давайте перенесем последнюю часть баллисты в лифт. Так, тайна. Нам нужен тайн 3 из 3. Отлично. Тут новая головка, тут новые наброски. О, это конец главы, как я понял. Сохраняем, естественно. Винчи гордился бы нами. Ну что же, поехали. Куда? В Лондон, разумеется. Дорогой мой, неужели ты так плохо знаешь классику? Гераклий? Круг? Ну же. Ну конечно, церковь Тамполь. Но как же мы туда? Моя дорогая, у меня есть самолет. Он заправлен и готов к вылету. А он... Возьмем его с собой. Сейчас он наша главная ниточка. Сажайте машину и остановитесь у диспетчерской вышки. Британская полиция намерена обыскать самолет. Понял вас, Биггинхилл. Захожу на посадку. Что вы собираетесь делать? Давай! Ли,
не мог бы ты подождать нас у главных ворот? Ну, конечно, старик. Но блесо ближ. В чем дело, офицер? Не дайте полиции прорваться сюда. Так. Должно быть что-то, чем можно ее заблокировать. Значит, в зависимости бинга возле диспетчерской вышки. Так, какая-то экшн-миссия пошла у нас. Прям мега-экшн. Индикатор питания не горит. Наверное, проблемы с электричеством. Привет, Сэф. Без ваших туториалов разберусь, как играть. О-о-о, привет, Сэф. Так, ну, стараемся, ушка. Так, ладно, сейчас надо, короче, запустить меня. Полиция не шутит. Если вы безопасно... Может, укроемся в той вагонетке? Ее только нужно сдвинуть с места. Роберт, полиция готова открыть огонь. Нам стоит найти укрытие, если мы хотим пересечь эту аллею. Ага, 5.25. Тебя сделали, парень. Привет, персона. Я вижу, что крышку поселил. Угу, я знаю. Привет, Хьюмич. Наша уточка Хью прибыла снова. Приплыл, я бы сказал. Так. Надо быть очень аккуратным. Ну, вообще на картине вполне такие существующие приемы владения мечом. Индикатор питания не горит. Наверное, проблемы с электричеством. Так, мне сейчас надо что-то тут включить, походу. Дело. Ох ты! Ох! Черт, я, короче, понял. Не все так просто. Короче, нам... На нас открыли огонь. Так, все ясно. Не дайте полиции пар. Ну так, я еще решу пос... Под... Под с роли... Чего? Фимич, ты напился? Подстримить ты решил еще резидент? Если еще, то будет круто. Вообще, машинка по себе глаза не слепит. Роберт Лэнтон и Софи Невер. Вас разыскивают за убийство и сопротивление аресту. Вы должны сдаться немедленно. У нас приказ открывать огонь, если вы попытаетесь убирать. Роберт, полиция готова открыть огонь. Нам стоит найти укрытие, если мы хотим пересечь эту аллею. Так, ну ладно. Как-то надо пересечь по-хитрому. Наверное, вагонетку надо использовать. Хоть броненой цели ничем долбаным, как вот тут там все дела. Надо, буду драться. Бокс не нужен. Так, этот отсюда вышел. Получается, нам надо что-то включить, только вот догадаться как. Как и что? На той стороне нам так просто не пройти. Вспомнили про огнестрел. Так, по нам там стреляют, так что... Тут явно что-то другое надо использовать. Ага, вот что-то вижу. Тут рычаг. Отлично.
Все, сейчас нужно, короче, вот так пройти. Никто нас не подстрелит. Ох ты ж, блин. Ах ты ж. Вот пипец, вот это поворот. Как они мне хоть попали-то? Удивительно просто. Стоит чуть задержаться. Не дайте полиции прорваться сюда. Все, я, короче, понял, что делать надо. Это остановит полицию на некоторое время. Ломится. Короче, экшончик попёр у нас, ребятки. Небольшой такой экшончик. Снайперская рикошетная стрела. Скорее всего. Другого объяснения тут нету. Все, погнали. Как-то выбрались. Ну, наверняка нам сейчас нужны эти самолеты. Мы даже сколько бункер минут мировой войны. Так. Мост да Винчи нашел. Здесь находится генератор, который обеспечивает энергоснабжение бункеров. Уже отсюда можно найти. Выйти на аэродром. Аэродром. Аэродромный бункер. Возможно, мы сможем попасть внутрь, если подвинем контейнер. Так, как быть с самолетом? Ведь у них особый тактический пистолет со снайперским прицелом и штык-ножом. Ну, тогда это все объясняет, скорее всего. Так, ну, тут я вижу самолет. Нам вряд ли что-то с ним надо делать. Лом лежит неспроста. Так, замок. Думаю, я здесь ошибся. Так, это надо двигать, походу. По ходу дела. Так, кусачки. Болтовес. Уверен, он не пригодится. О, гаечный ключ. Только что-то мы его взять не можем. Еще какая-то хрень монтировка, походу. Думаю, мне не хватает чего-то еще. Похоже, замок уже не спасает. Так, отлично, открыли мы. Что там наверху? Это может пригодиться. Так, винт.
Тебя сегодня отпустили на день, сэр? Роберт Лэнтон, Софи Неверс, давайте! Твою налево, как они проникли-то? У меня большие проблемы. У меня тоже. Но я иду. Будь на, по-твоему. По чайнику чертовы. Ты меня вынуждаешь? Я злый, а. Привет, Игорь, приветствую. Один готов. На помощь! Оставь ее! Я могу и буду себя защищать. Если кто-то увидит его без сознания, он все готов. Помогу. Чух, есть дубинки. А, почему они им не пользуются? Ну, потому что они глупые. А когда Да Винчи вроде актер был покрасивее. Но это, по-моему, другие вообще персонажи, на самом деле. Ну, как смотрю, потихоньку подвигается, говорит, да, уже освоились более-менее в игре, уже поняли, что да как. Уже нормально. Уже нет никаких проблем. Химикаты какие-то тут. О, световой патрон нашли. Точнее, сигнальная ракета, в общем-то. Проще говоря. Какое-то насекомое залетело ко мне. Так, что у нас тут такое? Наверное, вниз надо будет спуститься, скорее всего. С самолетом нам точно делать нечего. Калей Малдер. Ну, почти что она, скажем так. Так, что у нас тут? Какие-то чертежи, как я вижу. Залетело какое-то насекомое, тут летает перед носом. Так, куда я вообще попал? Это бункер, наверное, сейчас. Уверена, мы что-то упускаем. Привет, я 9. Приветствую, дружище. Что-то оружие уже не нашел или нет? Еще не дали никакого оружия, на удивление. Пока что подручные предметы только и спасают. Так, судя по всему, это лифт. Только он, по-моему, разрушен. Да, он разрушен. Какой-то бункер, наверное, времен Второй мировой войны, как я понял. Якобс, возьми людей и перекрой выходы с аэродрома. Сильва, оцепи внешний периметр и контрольные точки на дорогах в радиусе мили. Барт, отправь пару кинологов с собаками в тоннели. Этих двоих нужно поймать, заковать в наручники и отправить на самолете в течение часа. Иначе комиссар с нашей шкуры сдерет живьем. Вы слышали, начальника? Вперед, мерзавцы! Это не вселяет уверенности. Куда мы идем, Роберт? Мы должны добраться до лимузина Тиббинга у летного поля. Ведь вы сами не знаете, где мы, не так ли? Нет, кроме аэродрома Биггинхилл. Но если мы пойдем дальше вперед, мы найдем выход. Так, ну... Вроде за нами теперь, похоже, будет охота сейчас крупная. Так, откуда мы хоть пришли-то, блин? Нам так показали это все дело. Забаррикадировано. Так, мы пришли отсюда.
Эта дверь выведет нас на поверхность. Не получается. Индикатор питания не горит. Наверное, проблемы с электричеством. Так, значит, нужно что-то включить. Похоже, не работает. По-моему, тут просто нет электричества. Так, есть лестница. Но, наверное, мы отсюда и спустились. Какая-то лестница тут есть. Лучше попробовать что-то другое. Так, открыли. Пар тут льется. Так, дополнительный распределительный щит. Это исправный блок предохранителей. Ага, предохранитель на 50 ампер. Причем все три. Соответственно, есть ли запасной? И нужен ли он? Да, давайте-ка смотримся хорошенько. Предохранители в блоке исправны. Здесь под 300 ампер. Им заниматься физикой? Да, я чувствую, сейчас нам опять мозг сломают в игре. Да, нет одного предохранителя, наверняка мы его найдем. Там я вижу, что валяется. Вещь вроде полезная. Какой-то мусор. Это какой-то мусор. Конечно, ключ. Так, ну, здесь, короче, ничего нету. Там есть еще один проход. Лестница вниз есть. Так, что у нас тут? Три индикатора, радары. Аптечка первой помощи нашел, круто. Лифт диспетчерской вышки. Гераклиус землю сию осветил. Паломникам рыцарям свет подарил. Похоже, нам придется обыскать церковь, чтобы найти следующее слово Криптокса. Сначала нам надо отсюда выбраться. Смотрите, лимузин Тиббинга. Чтобы пробраться мимо полицейских, нам нужно отвлечь их. Взгляните на топливный бак. Если такой взорвется, мало не покажется. Мужчины. Это для отвода глаз. Хорошо, но сначала мы должны запустить главный генератор, иначе нам не открыть двери. Ага, блок предохранителей. Так, ну диспетчерская. Мы теперь диспетчерская, вид отсюда отлично. Предохранители вроде работают. Так, может их вообще взять можно с собой? Предохранитель на 300 ампер.
знаю, пригодятся они нам или нет. Ну здорово. Неужели вам недостаточно? Отстань от него! Тебя сделали, парень. Для драки нет слов. Он без сознания. Давайте спрячем его. Так, прятать мы его, конечно, не будем. Так, здесь дверь закрыта, понятно. Ну, мы нашли, короче, какие-то элементы. Аж цистерна так бабахнет. Да, по-моему, там так бабахнет цистерна, что, блин, по аэродрому может взлететь на воздух. Давай спрячем. А куда его прятать? А, вон, появились уже эти засранцы, понятно. Сейчас надо их всех повырубать, где не фини. Ах, ну иди сюда ты. Думаю, будет лучше, если вы меня отпустите. Готовься к похоронам. Оставь его в покое. Надо, буду драться. Скинь в реактор. Если бы можно было бы скинуть. Пожалуйста, не трогайте его. Я сотрудник. Фу ты, блин. Полиции. Я мог сейчас супер удар нанести ему. Роберт, бегите. Хватит уже, а? Последний удар оглушил его. Еще один. Может, ничья? Так, иди сюда ты. Технично вырубили. Так, надо вниз спуститься. Тут еще внизу что-то было. А ну-ка, допустим, я вставлю вот эти штуковины сюда. Плавки предохранителя времен Второй мировой войны. Предохранители были одним из главных технологических достижений военного времени. В итоге это изобретение привело к созданию ракетной технологии. По-моему, не вставляется ни хрена. Сейчас спиндуримся предохранители и продадим на местном аукционе. Так, ну что у нас тут еще есть? Так, генераторы повсюду. Ага, секретка. Ртутная монета. Понятно. Вот главный генератор. Тут еще и порядок изображен, но он, походу, стерся. Сейчас нам придется, походу, взять там еще вот эти по 50 ампер предохранители. Нет, их надо тут вставлять, похоже. И надо будет забрать те предохранители.
Все отлично. Все, все забрали. Теперь надо там, короче, их расставить в правильном порядке, как я понял. Да, сейчас загадочка будет та еще. Но сейчас посмотрим, что тут надо будет делать. Надеюсь, ничего трудного не будет. Это блок предохранителей с той схемы. Тут не хватает предохранителей. Чёртовы предохранители. Кто их всех разбазарил? Чтоб их всех. Так, ну ладно, схему главного спидем щита. Ну что тут? Тут все замазано, тут ни хрена непонятно. Никак не пойму, что это? Может, ультрафиолетовый свет подойдет? Ого, барышня, вы такая внимательная, я даже не подумал об этом. Черт возьми, надо будет вот эту фигню применить. Я даже реально не подумал об этом. Так, а где? Что у нас тут? Вроде ничего не палится. Чего-то я пока опять ни хрена ничего не вижу. Что-то как-то странно. Вроде сказали ультрафиолетом, но что-то ультрафиолет ни хрена не помогает. А, вот. Пипец. Так, левые генераторы, правые генераторы. Правый генератор 1200. Воздуховод, выход на поверхность, водопроизвольной системы, транзит системы 100. Левые генераторы. Вывод навести из предохранительный щиток. Ну, вроде все, вроде тут показали. Сейчас попробуем что-нибудь сделать. Так, 300 это значит, ну, надо, короче, прибавлять, и будет нам счастье. Так, воздуховоды. Выход на поверхность. Вот, выход на поверхность нам нужен. Здесь 100. Это левый и нижний. Надо правильно все расставить. Так, это сюда. 100 есть. Так, здесь 100. Это что у нас? Правые генераторы. Левый генератор. 4. 4. 1200. Тьфу ты, блин. Привет, Джипон, приветствую. Доброго вечерочка, ребята. Сейчас мы гадаем тут. Точнее, не гадаем даже. Предсказываем, что тут может быть. Что включится, что не включится. Генератор выключен. Я уверен, что не ошибся. Значит, дело в чем-то еще. Дело в рычаге. Отлично, вроде все работает. Тут же контрольный пункт, замечательно. На самом деле личная головоломка. Нужно и сохраниться.
мы что-то упустили. Ищем снова. Мы что-то не все сделали, что ли? Не пойму. Вроде все. Да, здесь все, ребята. Можем идти наверх. Здесь же было, тут пожалели игру. Ну тут хоть, да, тут немножко сжалились над бедными несчастными игроками. Дали шанс. Так, сейчас нам нужно на вышку, получается, там что-то сделать. Сейчас посмотрим еще раз. Главное, генератор работает. Что немаловажно. Наверное, все, тут, скорее всего, делать нечего. Надо теперь выходить отсюда. Так, теперь пора взрывать, делать небольшой бадабум в аэропорту. Потому что нужно, нужно. Такой-то дождь. Надо немножко огонька. Так, сейчас нужно тогда, получается, выбраться отсюда. Вроде бы мы по идее, все включили. А, у нас еще, кстати, осталось вот это вот две штучки. Надо самое сложное на потом оставить. Видать, еще, я думаю, потеть придется. Да нет, конечно, тут еще ого-го, я чувствую, будет. Тут еще нас ждет, наверное, немало приключений. Так, так. Что у нас здесь? Что у нас здесь? Сейчас никого нету. О, секрет нашел. Сфера Меркурия. Вдруг пригодится. Да, сейчас мы оглушим этого. Ой-ой-ой-ой-ой. Эй, стоять! Если будет нужно, я применю силу. Ты засрань. Ах ты! Да чтоб тебя, блин. Уберите от него руки. А, ну уберите от меня руки, я очень главная, главная важная персона. Попался, сдавайся, в этой игре. Это не нужно. Неужели вы поднимете руку на женщину? Лучше спрятать его, пока никто не видит. Все, отлично. Загасили этого козлину. Да блин, там еще один, что ли? Да сколько вас тут? Так, где этот предмет? Сейчас гаечным ключом огрею его. Гаечный ключ как-то пропал на мгновение. Ну и как тебе? Минус. Еще один. Так, а это что за дверь такая массивная? Это сойдет. По-моему, она вряд ли откроется. На лестницу нам не попасть. А, вот же рычаг-то, ё-моё. Я не заметил. Может, она прибалтка тоже очень похожа на полговору, просто кое-то под француженку. Ну, может быть, может быть, может, прибалтийские корни. Черт его знает. Так, ну тут... Вроде тихо, вроде никого нету. Но я пошел.
Так, вот лестница, что ли, блин? Надо, блин, все осматривать, каждую щель. Каждую мелочь. Чтобы не пропустить секреты. Отвечайте внимание, полиция из лимузина Теббинга. Ого, понятно. Это понадобится позже. А это тогда что? Вот, вот, вот он. Так, сейчас мы его. Эй, иди-ка сюда, ты. Да, блин. Надо было по-другому. Ладно, придется сражаться. Помогите! Ой, секрет вижу. Роберт, задайте им. Сейчас задам, моя дорогая. Сейчас Роберт покажет высший класс. Ну-ка. Сейчас Роберт даст им пинка под зад. Попался, сдавайся, мы все сможем пойти куда. Так, отлично, с этим-то разобрались. А, это был не секрет, это просто какая-то хрень. Так, а это что? Банка. Так, ну что, давайте взорвем эту цистерну. Я знал, что это сработает. Так, полилось топливо. Время жечь, ребятки. Теперь я должен попасть ракетой в лужу топлива. Но лучше я запущу ее с крыши. Так, значит, надо на крышу. Пожалуй, пригодится. Дождь льет, блин, как из ведра. Так, вон я вижу лестницу. Прохладно тут, да? Да, очень прохладно. Аж сам замерз. Если будет нужно, я приму. Они еще и РПГ надыбали, чтобы из него стрелять. Вот это я не знаю, если надыбали, то будет очень опасно проходить. Так, ну, по крайней мере, мы на крыше. Сейчас надо запустить ракету. И будет фейерверк. Умножитаем 3 из 3. Отлично, замечательно. Быстренько мы прошли эту главу, на самом деле. Чуть полицейских, блин, не грохнули мы на самом деле. Так, Реми, теперь в церковь Тамполь. И достигни коней. Я
Я настаиваю, чтобы мы сначала разобрались с Криптексом. В этом есть смысл, но... Боюсь, мы не продвинемся дальше, не разгадав это. Да, вынужден согласиться. Софи, моя дорогая, почему вы медлите? Ну, давайте расшифровать закодированный свиток. Ой, блин, сейчас, походу, будет самое интересное. Так, ну мы на улице Франции. Наконец-таки я могу полюбоваться всякими красивыми бульварами, достопримечательностями. Ну и многими другим. Так, тут у нас ничего нету. Так себе дали нам полюбоваться. Это закоустки. О, секрет. Серебряная монета. Вышел через проходик. Что-то у меня за окном туса какая-то музычка и машины на всю улицу рубили. О! У нас такое тут мероприятие частенько тоже бывает. Главное, чтобы не пили, не бунтовали там. Так, вот это заднего двора. Ну, давайте, наверное, спросим наших товарищей, что вообще они предлагают делать. Боюсь, мы не продвинемся дальше, не разгадав это. Да, вынужден согласиться. Софи, моя дорогая, почему вы медлите? Ну, у вас главное, чтобы не стреляют. Да нет, у нас-то не стреляют. Ну, бывали, конечно, штучки, когда стреляют в воздух обычно. Вот это так. Крайне-крайне очень редко бывает. Крайне редко. Мне это не нужно. Мне это не нужно. Так, шифровка. Может, нам зашифровать надо, по-моему, мне кажется. О-о-о, мои любимые фиолетовые буковки. Все, ребятки, пошла жара, сейчас начнется. Угадайки. Так, ну я некоторые буквы помню. Эта буква Т была, помню, точно. Так, что у нас тут? Это была буква Е. Так, что у нас тут еще было знакомое? Это была, по-моему, буква А. Да, снова эти чертовы каракули. Что, похоже, третий, наверное, четвертый раз в игре встречаются. Так. Да, еще как страшно. Но уже третий раз попадается. Так, что у нас тут было еще интересного? Какая была буква? Вот не помню. И тут, по-моему, была буква П, если я не ошибаюсь. Блин, ни хрена не помню. Ты же их не стал зарисовывать? Конечно, сэф! Я люблю себе усложнять жизнь на ровном месте. Конечно. Но я, блин,
Да тут их столько этих символов, что, блин, хрен пойми, блин. Что зарисовывать? Труськи на планете Руми, мать их. Вот-вот, именно так. Так, ну ладно, это у нас что? Тут-то, в принципе, можно поблагодать. Помню, как кто хотел взять Двиду, но слабый пройти куб без карт. Ну да, тоже помню, когда я проходил. Батэ. Да, Батэу может. Вторая буква второго слова. Ифиук. Батле, батле пишется. Батле. Ой, батл слова нету. Нету такого слова. Значит, другое что-то. Может, батен? Чёртовы каракули. Ну-ка. А где подсказки? Подсказок нету. Подсказок нету. Так. Тик-тик-тик. Золотая рыбка плывет где-то. Не могу никак найти ее. Батэн тоже нет. Значит, что-то другое. Может, Батэф? Хрен поймешь, что символы на самом деле. Спасибо, я 9, конечно, за помощь, но, блин, надо было, ну, не знаю, тут все записывать не получится. Во-первых, тут, если даже составишь правильный ответ, то потом уже я не успею посмотреть эти буквы. Привет, Стас, приветствую. Все, сейчас ты застрянешь на весь стрим. Ох, нет, тут прям так сказать, чтобы не застряну, тут надо просто понять, какие слова можно собрать.
Можешь заново начать, я скриншот оригинал, окей. Ну хрен пойми, какой тут, блин. Ну вот это я помню, что это буква Т была, это точно. Это была буква Т. Вот я помню. Я помню то, что еще буква Е была вот эта. Это точно, буква Е была. Потом что я еще помню, какие буквы? По-моему, вот это была буква А, если я не ошибаюсь. А дальше уже хрен пойми. Сейчас все будет так. Да нет, я ни хрена не помню, честно говоря. Я какие-то буквы помню. Вот это может быть еще S буква была. Потому что C как бы. Может быть вот это еще W. Ватер. Вода, ты имеешь в виду? Ну, как вариант. Нет, не В, а М. Матер. Это вы, ребята, меня запутали. Один говорит, что не В, а М. Другой пишет, что В, не В. В, не М. А Мюст? Мюст. Ну, Мюст. Да уж хрен пойми тут. Хейти атхе. Надо бы же помочь куда-то еще вставить. Вот это слово получается. Конечно, моя самая любимая, наверное, головка в игре, от которой я, наверное, уже тут тащусь 10-й, наверное, стрим. Блин, вот чертовые шифрования, блин. Water TC. Old Doors, за попробую вести Old Doors. О, кстати, да, смотри, Old Doors получается. Old Doors Tie. Да, в начале вот получилось Old Doors. И не сразу поймешь, что это Old Doors, как бы. Вроде как бы они должны быть, ну, написаны отдельно. Все-таки это как бы слово одно, а и другое. Может, я ошибаюсь, не знаю. Так, ну хорошо, тай. Второе слово
Так, второе слово, вторая буква должна быть П. Вот это. Outdoors. Просто второе слово, вторая буква должна быть Х. Чуть меня сейчас запутали. Третья строчка, первое слово Ю. Третья строчка, первое слово Ю. Угу. Второе, а не третье. А, второе, понял. You will see, третья строчка. You will... You will... See. Ага. Получается... Второй сверху. Так. Пинт. Первая строчка, второе слово. Хе. Хе, да, там понятно. Это я еще решил, как бы. Просто поменял букву случайно. Так, must find the key в конце. Must find hint. The key. Так. Так, что тут может быть еще? Powerful, что ли? Но это V, скорее всего, уже где-то. Дивативон. Это V точно. А это идет уже, наверное... Шоп... Блин, знал бы английский, я бы так, конечно, не встревал бы. Графа Г, да, получается. Грассе, получается. А вот, решили. Пипец, блин. Я точно за этим бы долго сидел на самом деле. Ну, не сказать, что долго, может быть. За гранью тихих вод ты. Очевидно, она пытается направить нас к фонтану в церковном саду. Но упоминание рыцарей древности... Может, речь идет о тамплиерах? Правильно. Мы с вами поищем внутри, а Софи доверим поиски снаружи. А у Софи есть право голоса? Может, вы предпочтете другой путь? Нет, нет, боже правый. Я буду искать снаружи, а вы осторожнее. Оба. Спасибо, ребят, за помощь. Блин, реально бы долго бы я тупил. С монахом нет, тяжело ничего не было. На самом деле, изи прошли. Просто на задний двор. Очень легко прошли его. Одолели очень так простенько. Не такой серьезный враг. Такой же рядовой монах. Возможно, где-то есть ключ. Я даже догадываюсь, где он может быть, этот ключ. Ключ может быть спрятан где-то там в потемках. Странно, вроде в 2006 он меня жестко... Ну, бывает всякое, бывает. Но тут на самом деле такие... Головоломки бывают, что хрен пойми на самом деле, как их решать. Иногда даже непонятно следственной связи некоторыми головоломками. Так, но я здесь ключа не вижу. Где тут может быть ключ?
уже закрыто. Попроповедовал, но было это, наверное, очень жестко, я так думаю. Блин, ну тут... Куда делись всех людей? Я вот не знаю, где все люди. Одни голуби летают. Наверное, это город голубей. Потому что я людей вообще не вижу. А вот, вход церковь. Это не важно. А, это не важно. Как мне туда пробраться? Мне же ключ получается. А где его достану? Тут нет ключа, интересно. Так, хорошо, подойдем еще раз к воротам. Не могу открыть. Нужен ключ. Нет. Голубки. Голубки в доме сидят. Ну, как видишь, они тут везде сидят. Так, ну, блин, должен быть ключ где-то, 100%. А почему нас отправили вообще куда-то через задний ход идти, я что-то не совсем допер. Витрину доски объявлений заглянем. Я тут находил, кажется, сюрприз уже один. Сейчас посмотрим. Может быть, есть. Что-то он выделяется, даже вижу. В 11.15 зал трения и хор. Проповедник достал... Почтение леди Сара Бетлер, Солсдама, Большого Креста Ордена Британской Империи, приглашают родственники всех, кого подпевали в церкви там. Дополнительную информацию можно получить у Фестер, в топ-лайн, по телефону, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. По воскресеньям наш хор выступает в полном составе, записываться в хор можно в любой день, обращайтесь к дирижеру или органисту. Церкви Тампль требует добровольцев, подробностью персоналом. На заключение хор мы рады приветствовать архиепископа Кендерберского, который прочитает лекцию о Роберте Стукере, магистре ордена тамплиеров 1582-1596 год. А, ключик, блин. Вот. Здесь кто-то оставил ключ. Интересно, от чего он? Вот мне тоже интересно, какой дебил оставил ключ вот здесь? Его же может любой дурак свиндурить. Что за хрень? Почему я идиот, как идиот бегаю здесь и даже не обратил внимания на эту хрень, и оказывается тут еще ключ лежит? Что за бред? Это не имеет значения. Ну как говорит наш персонаж, не имеет значения, так что давайте пойдем дальше. Мне нужен ключ, чтобы открыть эти ворота. Все, открываем эту чертову дверь. Ура, машина. Машина наконец-таки появилась в городе. Первая работающая. Осторожнее, не причините им вреда. Но коллегу профессора и женщину надо окружить как можно быстрее. Не парься, друг. Мы с ними еще плотно поговорим. Так, вы двое со мной. Вы двое охраняете периметр. Докладывайте обо всем подозрительном. Без проблем. Понял. Чертов козел, на нас предал этот дворецкий. О нет, они здесь. Так. Чертовы подонки, не гадай, сейчас вас всех вырублю к чертям собачьим. Так. Это пригодится. Попробуй увернись. Блин, я же хотел внезапно так сделать. Неужели вы поднимете руку на женщину? Покажи, что ты умеешь, дед.
Да чё-то вы кнопки, а? Не вынуждайте меня вас ударить. Отпустите меня, все бы обошлось. Все, минус один хрен. Подонок. Так. Дайте меня все-таки ударить, господин. Господина мы опрокинули, теперь лежит там господин своем. На своем месте, где надо. Так, ну-ка, тут еще кто-то есть. Какой-то мусор лежит. Секрет тут есть, вот. Сфера Луны. Дверь почему-то не открывается. Чёртова дверь. Я ее петли шатал. Так. Нужно идти, значит, туда. Так, и вы вообще жесть, девушка и шифровальщица выдерживать прямые удары в голову, как профи в тяжелом весе. Да я же говорю, тут она прям элитный боец под прикрытием, по-моему. Веришь этому, Реми? И о чем? Этот надутый профессор отказывался говорить о девчонках. А? Так я вытащил старые добрые плоскогубцы и пригрозил, что выдерну ему пару зубов. Неплохо. Да, но Реми запретил мне его калечить. Почему нет, черт побери? Не знаю, просто запретил и все. Не могу спорить, он нам платит. Черт, а мне задача. Да знаю, ведь я тоже недавно купил совсем новые плоскогубцы. Вот невезуха. Так, сейчас будет два пацана с двумя сразу схватку, не ввязывайся по одному. По одному. Понятно. Если, конечно, получится. У него тут такая бабенка, что, блин. А я их всех опрокину. Все, минус один. Следующий. Я как ночная тень в ночи. Накрою всех своим мраком. Вот так вот. Александр Невский, вот так вот. Вот так вот, так. Ну все получается, что у нас тут еще есть, интересно. Щипчики. Сейчас будем им пальцы отрезать. Допрашивать по полной. Ширный глупый. Так, ну что, теперь нужно. Нужно смотреться снова. Тут что-то есть. Я должна их срезать. Замечательно. Прекрасно. Срезали розочку. Поставим эту розочку. Что она гласит? Эту розочку нашим попавшим наемникам. Типа сорвать это грубо. Вот не знаю. Ну а может их не так легко сорвать? Честь Жака Саньера. Без него реставрация знаменитейших подземных колонн тамплиеров была бы просто невозможна. Жак Саньера, без его помощи вы бы не смогли реставрировать знаменитые колонны рыцарей. Вали внутреннего двора. Это подсказка типа. Такое серое, за что нас побили.
Так. Там вот Роз такие кровяные царапины будут на руках, что не дай бог. Розы невозможно сорвать даже в перчатках, но в горшке они не растут. Ну вообще, кстати, да, розы очень трудно сорвать, потому что у них очень крепкие корни. У них еще и колючки бывают, так что там голыми руками их точно не сорвать. Их, по-моему, и обрезают вот так щипцами, если я не ошибаюсь. Потому что я не помню на своей памяти, чтобы розы вообще кто-то вырывал. Если только с корнем не вырвать из земли. Но при этом невозможно не поцарапаться. Так, ну что, у нас теперь есть ключик, получается. Дверь заперта. Дверь заперта, ключа нету. Что ж такое? Может, нужно вернуться? Допустим, я вернусь сюда. А, подождите, тут еще... А, это не дверь, это что-то другое. Я не могу открыть дверь. Примите на медную гравюру кольцо прирад крутит. А, блин. Я вот, блин, забываю про это кольцо, черт возьми. Я знаю, что оно у меня есть, но я все время не даю ему, как бы, статус ключа. Вот в чем суть. И у меня мозг, как бы, автоматом думает, что это просто кольцо. Но я, как бы, забываю. Я сейчас смотрю, там какое-то такое, как отверстие, но так не придал ему значения. Забываю про это чертово колечко. В общем, любим потупить, скажем так, ребятки. По-моему, я допустила ошибку. Медная гравюра. Ага, дедушкино кольцо Преората подходит и сюда. Кольцо. Кольцо смерти, как говорится. Так, вот мы найдем. Найдем или нашли какой-то кусок. Кусок металла со странными символами. Зачем он может быть нужен? Памятник рыцарю во дворе. Там что-то есть. Я должна проверить. Так, что-то нам тут валяется, отдыхает. Ох, это оставит след. Нет грешникам покоя. Я должен убираться отсюда. Софи! Думаю, 20 к 1 в третьем забеге. Не, это ерунда. Эй, чем ты там занят? В твоем месте я бы не дурил. У меня здесь отличные плоскогубцы, которые так и бросятся в дело. Чуешь, к чему я клоню? Вот так-то. Сиди тихо, как хороший мальчик. Я тебя сейчас... Да, ты меня утомил. Ну, посмотрим, что там по телеку. Я тебя сейчас ушатаю, козлина. Так. Что у нас тут интересного-то, ебана мать? Это коробки, и можно резать глотки, а можно бить по заднице, и останутся такие же отпечатки от этого предмета. Кусок металла нужен, чтобы вытирать. Ну, раз даже для таких целей, то я не знаю, если это так. О, что нашел. Этот кусок картона подойдет. Боюсь, это будет просто остаться болезненно, скажем так. Это не имеет значения. Так, это не имеет значения. Я смогу это как-то использовать. Всякого хлама, короче, что-то соорудим. Если я бочка, похоже, там какое-то масло наглухо закрыто. Это к делу не относится. Так. Этим можно пренебречь. Я не это ищу. Нет, это не важно. Мне это не требуется. Мне нужно несколько вещей, но это не то.
Я зря трачу на это время. Картон какой-то. Какой-то металлический штырь. Явно с этим совместить. Дверь не открывается, должно быть, она заперта. Сквозь замочную скважину ничего не видно. Что-то мешает. Ключ. Естественно, мы его протолкнем. Что же могли засунуть в замочную скважину? Или нет? Что-то нам еще, видать, не хватает. Это точно к делу не одно. Может, надо штырь на картонку, и картон можно вертеть на нем. Ну и шоу. А, в этом плане иметь в виду. Блин, не знаю, допустим. Нет, не то. Я не могу открыть эту дверь. Что-то во дверь. Под дверью достаточно места, чтобы просунуть что-нибудь тонкое. Надо же. Вроде все просто, да, но, блин, и в то же время все как-то и трудно кажется. Но я был почти на верном пути, единственное, я с картоном не угадал. Почти что. Ну же, вот так получилось. Вот я о том же, я же говорю. Просто, просто, все гениальное просто. Отлично, профессор. Так, лучше что? Не поднимать шума, иначе тот громила услышит. Что они будут дальше делать? Так, есть что-нибудь, чем его можно огреть? Вот, секретный предмет вижу. Колесное судно да Винчи. Чем его огреем? Минус один. На что он там смотрел? На помехи, что ли, ёлки-палки? Между тем, тусовка за окном не уменьшается. Что-то в последнее время шумные компании зачастили. Ну, сейчас любят подростки шуметь, бунтовать, как обычно. Боже, это такой клише, но зачем мне уже ничего интересного не придумали, мультяшный прием. На мой стрим смотрел, но мой этот стрим в таком качестве видеть. Если в таком, то... Я не знаю, товарищи, вы, наверное, обладаете экстрасенсорными способностями. Если сквозь помехи можете видеть мой стрим, дверь в катакомбы. По-моему, здесь мне нужна помощь Софи. Софи, помоги нам! Нужна помощь! Софи! Так, открыть или не открыть? Там какой-то механизм был. Ну вообще, да, я согласен, вот это клише с этим ключом, типа ключ почему-то торчит в двери, и тут вот эта картонка. Могли бы там, не знаю, отмычкой хотя бы. Хотя отмычка тоже уже, наверное, заезженная тема. Похоже, этот блок что-то открывает. Вопрос, что? Ну, наверное, вот эту хрень. Ладно, нам нужно попасть в ту дверь сначала, естественно. Закончится, возьму себе длинный отпуск на. Дверь в передний двор.
Интересно, Софи что-нибудь еще об этом знает? Да, их там двое, мне не получится так, как ушить их сразу. Проверка связи. Черт, их тут до хрена. Шестерня. Пригодится для блока. Ты совершил очень нехорошую ошибку. Да ладно. Какой я плохой, ай-яй-яй. Да, блин, привязался. Так, вот еще кусок шестерни. Пинтецки. Помню, в игре Шорох это обсмеивали. Там чувак бумагу вытащил, а ключ не прошел под дверью. Отлично, еще шестеренка. Да, это слишком толстый ключ оказался. Стой, где стоишь? Я ес. Отлично, видите, как обдурили дурачков. Они даже, блин, за нами не пойдут, тупо. Так, не думаю, что нашел все, что нужно. Ну, естественно. Стоит попытаться еще раз. Так, у нас только две части, тут до хера, походу, шестерни надо найти. Слишком толстый прием, блин, может как бомбиться с пустяка. Лучше об этом не задумываться, на самом деле. Это не так важно, как может показаться. Конечно, понятно, девушка, это клише и все такое, но... Что это могло быть? А что это мы тут делаем? Ой-ой-ой, кажется, мою задницу сейчас прижмут. Надо их всех обушить к фигам. Я слышал об Эстпарке в новостях, но мне не рассказывал. Как тебя угораздило? А вот так. Так. На табличке написано, здесь лежит неизвестный рыцарь. Шестерни, да. Символы. Ой, сверху, блин. И по краям мне знакомы. А, ну эти символы, кстати, мне многие знакомы. Еще в Resident Evil были такие первые части символы. Ну это потом, блин, хватит с меня этих головок, я уже утомился от них. Сначала найдем хотя бы все шестерни. Хотя что-то мне подсказывает, что все шестерни нам придется найти вот так. А, ну тут вот подсказки есть. Ну что вам, блин, там платить, слепые, даже не увидели меня, как я перед носом прошел. Стой, где стоишь. А, да, он меня увидел. Ну что ж. Здесь он меня увидел, а там сдалека он меня не увидел. Очень интересно. Четыре штуки, ну две есть, еще две, значит, нужны. Подслеповат. Если так, то тогда понятно. Всегда барахля. Прием, прием. Плюс. Пенсии скоро. Сейчас я их всех тут отправлю на пенсию. Огромного сибирского таракана-мутанта, скорее всего.
На, по барбану. Так, все, отлично. Всех зарешали, теперь можем спокойненько тут бродить и ничего не париться. Так, ладно, надо решить ту головоломку. Я думаю, она довольно простая. Так, ну что, давайте посмотрим, что тут у нас указано. Дыра написана. Хомга, ты потом сначала шестерни. Символы сверху и по краям мне знакомы. Жить неизвестный лиц, сожженный на костре. Символы сверху и по краям мне знакомы. Чуть неизвестный лицарь. Так, что-то труп мешает, тут что-то явно написано. Так, еще один рыцарь у нас тут теперь будет валяться. Неизвестный. Есть уже неизвестный рыцарь. Символы сверху и по краям мне знакомы. Символы сверху и по краям мне знакомы. Так, ну понятно, в общем, есть какие-то символы, мимволы. Сейчас надо, короче, здесь посмотреть, дописать. Что тут написано. Чтобы хотя бы примерно знать, как говорится. Я не шутил, что сначала шестерни, сначала действительно шестеренки надо все найти. А, даже так? А где они могут быть, интересно? Прощение. Мне кажется, они... Я думаю, что их можно получить благодаря открытию этой головоломки. Хочу найти их. Без Софи мне не справиться. Нет, без Софи мне не обойтись. Здесь ничего нет. Здесь тоже. Шестерня.
большие, мне кажется, мы на шестерню еще. А, вот же большие можно взять, блин. Значит, походу мне еще одна большая нужна будет. Ну, собственно говоря, большая вот здесь еще нужна. Надо найти большую шестерню. Я же могу сбежать. Ты мне что-то подскажешь, что с тем словом нам что-то сделать, тогда дадут шестерню. Это самое логичное объяснение. Так, ну допустим. Еще, блин, нужно догадаться, какое тут слово должно быть. Не выбирается странно. Что-то ничего не крутится. А, вот же шестерня, япона мать, блин. Шестеренка должна подойти к блоку. Черт. Ах, кажется, она тупо лежала в одном другом месте вообще. Как-то не достает он, по-моему. Это странно.
Что-то мне подскажешь, что нам нужно еще одну маленькую дать, наверное. Может быть, я ошибаюсь. Скорее всего, придется, наверное, эту уголовку решить, потому что надо получить еще один элемент. Почему я не могу выбрать? Не могу понять. Чуть я не могу выбрать символы вводить. О, привет, Анечка, приветствую. Доброго вечерочка. Привет. Давно тебя уже не видел на стриме. Так, а какой тут может быть символ? У меня чуть не выбирается ни хрена ничего. Нигде ничего не удалить. Нет, точно не Front Mission. Дела отлично. Вот стримы сейчас, заказ в код Да Винчи. Все как обычно. Стримы каждый день. Ну и в общем, как у всех, в общем, что еще сказать. К обломок присобачить. Вот мне тоже что-то подсказывает, что вот тот как раз-таки обломок. Но у нас нету обломка. Вот в чем суть. Значит, наверное, поэтому не можем собрать, скорее всего. А как тогда Софи попросить, чтобы она дала нам обломок? Что-то мы тут еще не донаходим. И все-таки мне что-то не подсказывает, походу придется эту хрень вертеть. О чем игра? Ну, как о чем? Если ты смотрела Код Да Винчи фильм, первую часть, то я думаю, тут рассказывать особо не придется. Но раз ты смотрела, то игра о том, как подставили нашего детектива и его напарницу. Типа они убили там в Лувре человека, хотя это были не они определенно. Ну, вообще такой здесь глубокий смысл. Очень глубокий смысл, я бы сказал, где. Так не рассказать. Так, может быть. Определенно тут еще одного пускай не хватает. Че же нам надо сделать-то еще или найти? А, вон кусочек. Смотри, как спрятали-то, а? Блин, я только сейчас увидел его. Я же говорю, тут еще кусочка не хватает. Я же говорил, блин. Чертовы прятки с предметами. Уверен, я что-то упустил. Все, гуд.
вот так. Найс. Смотри, дверь. Ты видел? Она же была закрыта, черт побери. Эй, остынь, слышишь? Всему есть логичное объяснение. Иди ты со своим рационализмом. Сам смотри. А, кто-то открыл дверь. Наемнику это, видимо, не понравилось. Это должно быть Роберт. Проверка связи, тип же мы профессионалы, на. Так, ну одно надо будет вырубить. Да, блин, да ладно вам. Неужели вам недостаточно? Я нажал. Ты за хрень. Я же предупреждал. Так, прятаться надо. Это пост один. У нас проблемы. Конец связи. Да, что происходит у вас? Мерзавец выскользнул из камеры. Ты что, серьезно? Спасибо, Ваня. Ты думаешь, я тут дурью всякой маюсь на работе? Так, внимание всем постам. Наш косорукий товарищ упустил следки Роберта Лэндона. Ищите заумного англичанина с широкой ухмылкой на лице из-за того, что только что всех нас одурачил. А, черт. А, сейчас еще один припрется. Проиграть мне? Не так уж и стыдно. Бежим! Просто бежим. Вещь вроде полезная. Вот тут главный предмет был. Вроде ничего. Так, надо одну вырубить. Пока не поздно. Теперь вы знаете, на что я способна. Все, минус один. Так, нам нужно попасть в то место, при котором открылась дверь. Это получается там, на той стороне. Еще один бродит. Ребят, не увидел. Будь по-твоему. Чертов подонок, получил по заслугам. Так, вот, открылась дверь. Роберт, хвала Господу. Порядок, Софи, я в норме. А вот Тибинг... Что с ним случилось? Реми взял его в заложники. Они хотят выторговать Криптекс. Если мы разгадаем его быстрее их, у нас будет преимущество в переговорах. Вы нашли что-нибудь? Да, я кое-что обнаружила. Надпись на фонтане и еще один ключ. Прежде всего, помогите мне. Вместе мы сможем открыть эти тяжелые двери. Так, замечательно. Понемножку пазл складывается. Озвучку с меня списали, ну да. Как я помню, фронт Миша мне там как только не озвучивал. Старая уже привычка. Но на самом деле это полезно для голоса, потому что вот после фронт Мишина он много разных голосов для себя открыл. Интересно. Я даже сам не подозревал, что я могу так по-разному имитировать голоса. Да, это был скрытый если талант. Если мы хотим их найти, нам надо держаться вместе. Темноту? Почему здесь нет света? Щелкни выключателем, идиот. Выключатель? Мы в канализации, идиот. Единственное, что здесь можно относительно легко сделать, так это открыть решетки. Снова проблемы. Там внизу целая армия. Точно такой же, как этот. Давайте не будем шуметь. Мы же не хотим, чтобы они погнались за нами. Знаешь, ну, дорогая, мы этого не допустим.
Так, тут есть гаечный ключ. Сейчас мы этих подонков оглушим по полной это программе. Может пригодиться. Так, ну-ка. Так, еще что-то есть. Бинт, кажется. Так, бинтецкий нам нужен. Так, ой. Один идет. Все, сейчас мы его... Сейчас мы его накажем по-французски. Будь по-твоему. Все, отлично. Минус один хрен. Так, это канализация оказалась, как я понял. Так. Походу катакомбы, как я понял. Все, по скелетам. Вон, я вижу еще одного впереди. Надо быть внимательным. Потому что секреты тоже есть в игре. Ну и как тебе? Все, готов засранец. О, более тяжелое оружие. Вещь вроде полезная. Труба, еще лучше. Ну ты ракурс выбираешь сзади. Самый лучший ракурс. Он только бывает с этого ракурса лучше. Это сзади. Так, где он там? Недоплаченный. Канализация. Ненавижу эту дрянную канализацию. 20 к 1. Что мы здесь вообще забыли? Если бы ты убегал из церкви, полный кровожадных убийц, включая и нас, ты бы полез в канализацию? Да, будь я крыса, я бы смог. Ну ладно, на время этого разговора допустим, что ты человек. Нет. Я бы совершенно определенно не полез в вонючую, сырую и отвратную канализацию, убегая от кровожадных мерзавцев вроде нас. Хотя... Если только ничто. Хотя, если бы в канализации было что-то очень важное... Например, твоя любимая помойка? Не знаю, может, обручальное кольцо или типа того. Эти двое не похожи на семейную пару. Они упрямые, жесткие, как... Дуболомы. Просто прекрасно. Спасибо, что мозг мне запарил, коварный мерзавец. Я просто говорю, на семейную пару они не похожи. Слушай, может, просто займемся делом и проверим тоннели, как сказал шеф. Справедливо. Черт, вот труба, блин. Оставь меня. Так и знал, что так будет. Сдавайся уже. Тут тебе во свояси пошел. Вот пригодится. Я сотрудник судебной полиции. Об стену, но я постараюсь. Вдруг вот здесь пригодится. Вдруг что-то не так пойдет, вон я вижу, что-то валяется. Печаль тамплиеров какая-то. Какая-то печать. Ага, понятно, что надо будет сделать. Ну что, Аня, как тебе стримчанский, как тебе игра? Что думаешь? Участок чист. Конец связи. Я могу и буду себя защищать. Оставь его в покое. Пожалуйста, не трогайте его. Вас так думаю достаточно.
Неужели вы поднимете руку на женщину? Роберт, бегите! Я сдумал. Это сойдет. Прикольно, можете всегда басить лопатой и трубой. Вот, кстати, да. Ну не только. Этим можно тут заниматься. Мне игра безумно нравится. Есть такие прекрасные головоломки, от которых я просто получу кайф. Вот такой нечеловеческий кайф. Так, чуть там плеерок еще одну. Ну так игра шикарная, на самом деле, очень интересная. Оп. Ладно, без этой трубы его выйду. Черт, эта проклятая штуковина не работает. Как и ты, все. Я не понял. Я что, сквозь текстурки, что ли, провалился? Вы издеваетесь? Прекрасно, я провалился сквозь текстурки. Мой персонаж настолько больно его ударил, что тот аж упал. Так, сейчас попробую тогда выйти обратно, блин. Ромка для медитации может сидеть полдня на моей питате. Вот-вот. Я о том же. Охренеть, провалился сквозь пол, блин. Это секретная катакомба. Да, нашел секрет, блин. Только как из него вылезти теперь? Тут должна быть что-то, типа лестница, что-то, я не знаю. Вот пипец, а ну вот что за... Что за бред, а? Ну как так? А где тут выход? Вот, я вижу выход, вот этот был. Ну пипец, блин, провалился сквозь текстурки. Блин, ну там я не знаю, где мы сохранились. Черти где. Это наша барышня над нами. Может, есть какой-то способ, чтобы этот... очутиться назад? Ага, сюрприз игры, игры. Да, она любит подлагивать редко. Ну, редко, но любит. Вот, блин, прекрасно просто. Где я вообще хоть сохранился, интересно? Прежде всего, помогите мне. Вместе мы сможем открыть эти тяжелые двери. Ну, хоть здесь. Блин, опять придется всех вырубать там. Сохрани сейчас, тебе вернет последнюю точку сохранения. Ну вот, вроде сейчас уже все вот тут. Кстати, надо тут еще проверить. Мы что-то не решили головоломку. Ну, а скорее всего, мы так ее не решим. А, у нас есть один кусок. Один кусок. Не думаю, что нашел все, что нужно. Понятно. Все, я понял. Так, ну теперь нужно, значит, идти вниз. Где тут тоже вот дверь есть. Это не имеет значения. До сих пор угораю, как я вообще там провалился. Эй, иди сюда, если мы хотим... Так, ну хоть можно пропустить катсцены. Это может пригодиться. Конечно, мы что-то найдем, если мы продолжим искать. Конечно, дорогая, но я думаю, мы все найдем то, что нам нужно. Так, ну-ка. Это вот этот хрен. Почему игра полна багов? Это не имеет значения. Да, самое главное, что эта игра играбельна. Будь по-твоему. Все, этого вырубили. Вон еще тот стоит. Роберт, почему вы провалили сквозь пол? Как так? Умиротворяет эта игра? Ну... есть немного, согласен.
Так. Все, отлично. Так, дальше. Будут точно целые, блин, катакомбы. Канализация. Ненавижу эту дрянную канализацию. Что мы здесь вообще забыли? Если бы ты убегал из церкви, полный кровожадных убийц, включая и нас, ты бы полез в канализацию? Да, будь я крысой, я бы смог. Ладно, на время этого разговора допустим, что ты человек. О, сейчас слушайте меня, тут болтовню еще. Определенно не полез. Вещь вроде полезная. Сырую отвратную канализацию, убегает кровожадных мерзавцев вроде нас. Хотя... Если только ничто. Хотя, если бы в канализации было что-то очень важное... Остальные-то кто? Например, твоя любимая помойка... Конич и... Буба, ну, они там по своим делам заняты. Уважаемая дамочка, дайте пройти. Проверка связи. Онич там, наверное, играет во что-нибудь. А Вуглич занят чем-то другим. Отстань от него! Целый день уже руки чешутся подряд. Целый день уже руки чешутся подряд. Сейчас тебе намыду, Харри, ты казнина. Сейчас тебе дам. Надо, буду драться. Защищать. На поле идет, все будет кончено. Я буду наслаждаться каждым мгновением. Наслаждайся каждым ударом. Если кто-то увидит его без сознания, он позовет подмогу. Вы же там не смотрите больше. Хованыч? Что за Хованыч? Вдруг пригодится. А, Джеком Дарктекс. Ну, Дарктекс вообще отписался, по-моему. Потом, что еще? Джеком, по-моему, тут. Он с нами, если я не ошибаюсь. Хьюмич тоже иногда заглядывает. Так, он идет. Он идет. Ну что ж, пусть будет по-твоему. Ах ты твою ж медь-то увидел. Ой-ой-ой. Ты засранец, ну и на тебе. Как тебе? Ну, Хованский. Ну, шо за Хованский? Не знаю, что за Хованский. Для драки нет опыта. Кладется Дарклекс. Ну, он у Бубы зависает вроде как. Он-то никуда не потерялся. Я сотрудник судебной полиции. Никто не видит. Хованского. Ну, блин. Не все обязаны знать кого-то, в принципе. Я слышал знакомое фамилию что-то, но я не видел, кто это Хованский. А кто это? Да, кстати, такие еще люди остались. Так. Просто учитывая, какое количество сейчас стримеров и людей, неудивительно, если мы кого-то будем не знать. Хорошо, что его не знаем. Ну, наверное, к лучшему. Черт, эта проклятая штуковина не работает. Если да, блин. Будет нужно, я применю силу. Пожалуйста, не трогайте его.
О, вот и Онич, привет, Онич. Знаю, это нечестно, но это мой стиль. Чтобы выйти против меня, надо быть настоящим ученым. А лучший друг моего однофамильца? Ну не знаю, не знаю, что это за личность. В прошлый раз мы тут провалились, насколько я помню. Так, ну ладно. А, эта штука, он сказал, что не работает. Значит, надо что-то использовать другое. Заработали. Это сойдет. Молот Тора. Пойду всех крошить. Так, мы открыли еще какую-то дверь, если не ошибаюсь. Хотя мы больше там дверей никаких пока не видели. Так, ну сколько мы там нашли уже? Три штуки. Вот, недостающие три штуки есть. Значит, нам нужно найти ту фигню, где нужно их вставлять. Я там видел ее неподалеку. Еще подсказка. Тамплиеры были отличными архитекторами. Так, так. Табличка с надписью. В честь рыцарей тамплиеров, несправедливо обвиненных в поклонении дьяволу и сожженных на костре. Да восстановится их репутация и расколотый щит. Сюда. Похоже, чего-то не хватает. Потрясающе. Думаю, следует поискать еще. Да, действительно счастливый человек, если я не знаю сегодня таких личностей. Не твой день, да? Потому что, опять-таки, комп у меня довольно поздно появился. Аж в 2011. Так что... Я буду наслаждаться каждым мгновением. Рычаги. Думаю, достаточно. Рычаги тут, те еще рычаги, блин. Тут надо так нажимать, чтобы пальцы можно сломать. Думаю, будет. Они говорили, что учителю бокс не нужен. Так, я вижу, что отверстие какое-то еще, наверное, для кольца. Стоит попытаться еще раз? Так, я не понял. Момент. Да, вот отверстие для кольца. Наверное, потом надо залететь. Так, а вот. Ну, 4 печати у нас есть. Хорошо. Так. Хорошо, хорошо. Отлично, профессор. Меня уже хватит в игре. Это нам удалось.
Отлично. Ага, ясно. Нам надо повернуть их в определенную сторону. Ну, Роберт, вы же профессор. Куда их поворачивать? Вот, Миша отпугнул всех от моего канала. Да я бы не сказал прям так, что подпугнул. Так, теперь нам надо повернуть их. В какую вот сторону хотелось бы понять. Так, как же... Сейчас надо понять, как это работает. Написано один, там два. Вот, допустим, один. Так, надо понять, как это работает. Может, поворот, типа... Типа, вот, один поворот. Два поворота. Три поворота. Наверка связи, тип же мы профессионалы, на. Нет, ни хрена. Что-то не так. Так, что за подсказки? Это типа... А, я понял, все, я догнал. Я догнал. Все, я понял, как это работает. Это вот так. Это вот так. Тройка ровно должна быть. Четверка на бок. Да блин, да откуда ты хрену? Двойник взялся такой. С первого раза. Вот если бы. Сознание. Давайте спрячем его. Так, хрен с ним. Ну. Отлично. Вот. Да, второй вдруг Унгар пришел. Двойник. Так, вот что-то открылось. Ага, вот другая половинка, естественно. Колонна выходит прямо во двор. Ее основание углубляется в сточные системы. Возможно, это колонна тамплиеров. Логично. Это упоминалось в надписи на фонтане. Да. Я знал, что степень по символике когда-нибудь пригодится. Не вынуждайте меня вас ударить. Пошли. Какая бабанка. Любит кого-нибудь ударить. Так, достать второй кусочек металла. Ну, давайте бин этот применим один. Все, пластик применим. Нужно выбираться отсюда. Let's get out of here, или как там говорилось. Так. Выход нам найти теперь с этого богом забытого места. Это мягко сказано. Ага, они еще и оживляют. Ну, как всегда, блин. Ну, блин, давайте тащим, пока не оживили. Да, блин, разворачивать-то зачем? Тащите. Да, местная гопота сейчас нас тут накинется. Это понадобится позже. Спекать мужики лежат. Ты попал, чудик, не усложняй дело. Попал, чудик, не усложняй дело. Козлин, иди сюда, не дури твою задницу сейчас, ублюдок, мать твою. Давай, иди сюда, ты. Ненавижу эти старые здания. Ненавижу этих хохломонов, кто тут бродит. Подонки. Сейчас вас всех огрею. Своей французской трубочкой. Вот так. Оставь раз и готов. К
Канализационная идиллия. Все, готов. Сделали его по-французски. Да, блин, черт их возьми, блин. Да, французская выручка, тучка с кремом из мозгов. Вот-вот, именно так. С любой чудыло, черт его возьми, а? Я же врезал. А вот это тебе нравится? На козлину. Так, бежим! Отступаем! Да черт! Так, ладно, делаем все четенько. Мне тоже, дорогуша, нужна помощь. Последний удар. Все, это готов. Оставь ее! А черт! Черт! Бегите. Я вас не оставлю, моя дорогая. Вот тебе. А черт! Сдавайся уже! Да блин, вечно этот чертов двух. Давай на кнопку мне дается запустить. Знай, у тебя не было шанса. Я начинаю злиться. Я тоже. Так. Уберите от него руки. На тебе по башке. Все, готово. Валим отсюда побыстрее. Французские трубочки поистине убойно вкусные получаются. Ох, сейчас бы французскую трубочку с чайком. А чудыло, как хвостка говорят по муке ставки, а? Так, сейчас мы это тоже вырубим. Чудыло. Вот тебе. Да ладно, я его что, не вырубил, что ли? Что за бред? Думаю, будет лучше, если вы меня отпустите. Только хуже. Покажи, что ты умеешь, дед. Я тебе дам. Да блин. Надо, буду драться. Он без сознания. Давайте спрячем его. Ну, насчет сталкера Анимуша я не знаю. Есть пока еще старые заказы, которые надо выполнить. Я не могу как бы браться за заказы только одних людей по очереди. Так что пока что сталкер не скоро будет, скажу так. Тем более сталкер, говорят, долгая игра сама по себе. Так что пока что со сталкером перерыв. Все отлично. Стальной затылок непробиваемый. Так, надо сейчас, короче, применить эту хрень. Так, еще одна деталь головоломки. Так, еще одна деталь головоломки. Эта игра тоже заказ, кто тебя мучает. Ну, меня не мучают. Мне заказывают, я прохожу. Раскрытие клиентов — это слишком конфиденциальная информация. Я не имею права ее раскрывать. Так, ну, в любом случае... Мы уже, наверное, много прошли от игры, я не знаю, или где-то половину, может. Все, отлично, гуд. Дали гуд. Куски металла у нас. Назад, к щитам. А что, о чем вы подумали, Роберт? У меня есть идея. Роберт. Щит, Софи, мы можем применить их к щиту. А заказа сколько стоит? Сейчас.
сопротивляйтесь, Лэнтон! Да отвалите вашу мать, козлы, чертовы подонки! Не трогайте мою суженую ряженую. А ну понятно, короче. Да, по-моему, заказа на 3 жизни вперед хватит на самом деле. А то и больше. Это все, на что ты способен? Заказ, все это бесплатно, ребятки, без всяких денег. Единственное, что приходится ждать, как бы, людям иногда. Может, ничья? Драка не всегда кончается плохо. Поем мертвым. Это не нужно. Но ведь отпусти ты меня, все бы обошлось. Так, надо с этим разобраться. Иди сюда, ты. Не гадай такой. Все, готов. Вот вы. Какие добрые, да, только у меня игры за деньги на стиле. В этом ночи. Да нет, ну каждому свое, как говорится. Ну, у меня как бы просто заказал человек и добавлено в очередь в список. И потом, как закончу какую-то игру, там, другого заказчика, естественно, выбираю его заказ. Стараюсь это все, конечно, чередовать, хотя иногда приходится, учитывая, как заказы прут, приходится как-то правильно их все выполнять, но не всегда получается. Скажем так, на процентов 70 получается это делать. Так, ну что? Давайте, наверное, применим недостающие фрагменты. Это нечто вроде шифра. Нам нужен какой-нибудь ключ к нему. Я видел эти символы раньше. Где? Я зарабатываю на жизнь изучением символов, София. Теперь давайте посмотрим. Подсказки, чтобы разгадать решетку? Конечно. Вопрос только как? Свой список кидать будешь? Так, решить громкость с сеткой на остатке улицы. Ну, я чувствую, сейчас ты мне тут выдашь списочек. Но можешь только одну игру заказать от одного заказчика. Сразу скажу. Потому что по 2-3 заказа это уже не идет на рассмотрение. Только один. Так, блестящий памятник. На табличке написано, есть лишь известные лица, которым утрубили голову. Символы сверху и по краям мне знакомы. Так, ну что, теперь можно убирать. Так, опять эти чертовы каракули. Каракули, блин, маракули. Вот какой, сейчас я с разных профилей позаливал. О-о-о! Ну, все, пошло-поехало. Шанчо. Я все равно пойму по поведению, что это ты. Так. Реухэй. Что тут может быть? Т. Ну опять Т какая-то там, не знаю. А, опять эта чертова головоломка с этими иероглифами. Символы сверху и по краям мне знакомы. Так, ну чё, чё тут можно применить-то? Допустим... Допустим, П. Е.
это что-то тут другое. МКФ. Блин, понять бы, что там еще написано. Чертовы символы. Некоторые-то символы знакомы, но, как я понял, тут они тоже как-то перемешку используются. А, здорово, ёпта, я думал, тебе на канале я заказ хотел бы сделать. Да ладно, Стас. Ты хотел еще заказ сделать? Понятно, короче говоря. Я запомню этот ник. Так. МКР. Не, ну блин, что тут может быть? Ты хочешь здесь закатить? Ёпта, да во сколько у вас тут развелось-то, ё-моё, блин. Я-то думал, сейчас, блин, тут один человек закажет, а тут вон всяких полным-полно никнеймов-то вырезал с Ютуба. Ну ладно, ладно, учтём, запомним всех неизвестных личностей. Так, ну ладно, надо подумать, что тут может быть. Нарисовано сначала на букве вот этой строчки. Значит, получается, какая-то первая буква М, что ли, идет. МК. Так, что ли, получается? Нет, это какая-то бредятина получается. М. Месяц того, чтобы мучиться, ты напишешь Ричард и все. Понятно, сэр Ричард. Мне уже подсказали. Так, ну ладно, я не буду пока брать в расчет этот ответ, подумаю еще сам, попробую хотя бы право на ошибку сделать. МС, да, спойлер, они везде. Куда ж без них? Кески ДКМ? У тебя так получилось, Аня? Ну я хотя бы один раз попробую, если не получится, так уже быть веду. Так, МС. И получается ЖМ, Q вот это получается. Потом М. Снова получается, походу. И получается бредятина получается какая-то на самом деле. Не должен понимать по символам, подсказку в другом месте. Я, кажется, догнал. Здесь рыцарь утопленник. Символы сверху и по краям мне знакомы. Так. Поэтому у маршал. Символы сверху и по краям мне знакомы. Вместо и, блин, и. Что там? Думаем. Стараемся. Символы сверху и по краям мне знакомы. Жжёный на костре. Символы сверху и по краям мне знакомы. Я из неизвестного места, которому отрубили голову. Тут не забыл, после того, как видишь имя на могиле, веди ее на криптексе. Когда обменяет. Понятно.
А может, вот эта подсказка, вон написано Remembering you Robert's choice what you did in the Second World War. Или другое. Привет, Снегю. Приветствую. Символы сверху и по краям мне знакомы. Так. В, значит, да? Допустим, В. Ну ладно, давайте попробуем ввести Ричард, чтобы не париться, наверное. R получается. R. Блин. R. Это проклятая R. Я не... Я неправильно ввел, что ли? Буковы вместо И. Буква В вместо И. А, Ричард. Ну, в общем, мы уже решили эту загадку, скажем так. Торчал бы в этой игре, если бы сам проходил. Очень долго. Понятно. А, что-то не сработало, по-моему. Тут, может, определенная могила имеет значение? Символы сверху и по краям мне знакомы. Ну, короче, 8 могил. И хрен пойми, какая относится к кому вообще. Или нанесется утопленник. Черное поле брани. Символы сверху и по краям мне знакомы. Все, все, понятно, что управление. Так. Маршал. Допустим. А здесь, по-моему, по-другому, наверное, все поставлено. И буквы, и все остальное. Нет, что-то не работает. Это как таблица умножения в формате таблички. Таблица умножения в формате таблички. На тетрадку такую писали сзади. Ну да, это я помню. Это О, что ли?
Ну, очень сложно, на самом деле. Тут надо как-то, я не знаю, понять очень глубоко эту мысль в игре. Думаю, у нас есть информация, чтобы расшифровать криптекс, Софи. Да, все очевидно. Надо расшифровать криптекс. Ну, все, если очевидно, понятно, что это Ричард. Тут что уже о чем говорить? Ох, эта игра, конечно, любит пощекотать мозг, скажем так. О чем говорит свиток из криптекса? Он в Лондоне был попом похоронен, при жизни заслужил лишь гнев толпы. Умершие. Лондон. Это может быть где угодно. Думаю, с нас достаточно беготни. Я слишком стар. Отдайте мне криптекс, и может я позволю вам уйти. Действительно. Как куратор? Вам некуда бежать, мистер Лэндон. Вас разыскивают. Облегчите участь себе и нашей милой мадемуазель Нида. Я тронут вашей заботой, но боюсь, Марк Холлик это предложение. Боюсь, независимо от вашего мнения, это принадлежит мне. Сайлос, взять их. Кара, боже, бегите! Быстрее, а то не успеете. О, нет. Вы видите? Бог на моей стороне, и ваша судьба решена. Бить от самихи? А, убежать. Ясно. Бегите, глупцы. Ну? Ваши жалкие пытки уйти лишь к невязку. Чёртовы. Ах ты ж... И примите свою судьбу. Ах, черт! Все есть. Мазила, блин. Нам не уйти от Божьей благи. Прекратите бессмысленное сопротивление и молите о пощаде. Есть. Надеюсь, Софи в безопасности. Бежим. У него там патроны бесконечные, что ли? Там от силы патронов 13 должно быть в этом пистолете. Где выход-то, ё-моё? Пошёл ты, сволочь. Чёрт возьми. Проклятые рычаги. Работать быстрее, иначе могу не успеть. Да хорош, блин, вы издеваетесь еще что ли? Ну там внутри бесконечные патроны. Да, блин. Чёрт! Ну! Твою медь, активируйся! Что вы для бога? Жалкий лживый червь, ползающий в грязи в попытках уйти от судьбы! Манус Дэй больше не станет терпеть ваши лжи! Давай, давай! Киборг проклятый. Блин. А, Реми морда просто. Просто кирпич.
Разработчики англичане, вот я не знаю, кто разрабатывал, наверное, француз, скорее всего. Ахтивачевски. А ну, с этого места хоть. Так, надо бежать. Ну, блин. Как это работает, вообще не понимаю. Есть! Надеюсь, Софи в безопасности. Беги, глупец! Беги! Не думай ни о какой Софи. Работает, блин, что за переключатели? Вперед! О, все тайны нашли, отлично. Там еще, кстати, пастор лежал. Он попадает хуже, чем штурмовик Звездных войн. Да он вообще не попадает. Такой мазила, конечно. Сюда. У нас мало времени. Неужели они его убьют? Можете не сомневаться. Как только он разгадает загадку. На восьмой перешел уже. Ну, значит, немного осталось. Два уровня получается. Там Реми. А вот и он. Нам идти за ним? Не думаю. Сейчас преимущество у него. Сейчас нам нужно выложиться на все 100. Криптекс может быть и у него, но ему не разгадать его без нас. Вопрос в том, сможет ли Тибинг разгадать его без нас. Если он так поступит, его убьют. Мы должны первыми разгадать его. Если у нас будет ответ, мы сможем поторговаться с Тибингом и выбраться из этой передряги живыми. Давайте снова пройдемся по свитку. Он в Лондоне был поупом похоронен. При жизни заслужил лишь гнев толпы. Похоронами сэра Исаака Ньютона, на которые приехали царствующие благородные особы, руководил Александр Поу. Прежде чем кинуть гор земли на гроб своего друга и коллеги, он прочел вдохновенную речь. Александр Поу? Александр Поу. Все сходится. Наш рыцарь Ньютон.
Какая красивая тут архитектура и апартаменты. Получается, вот эти два прохода. Как интересно. Но не думаю, что это связано с тем, чем мы заняты. Это может быть важным позже. Сейчас это не важно. Возможно, я вернусь к этому позже. Память Шекспира сейчас реставрируется. Приносим извинения за причиненные неудобства. Кардинальная церковь Святого Петра в Вестминстере. Не хватает памятника Шекспиру. Здесь говорится, что его забрали на реставрацию в лабораторию. Так, ну что ж, ребятки, наверное, остановимся на этом. Оставим уже это на завтра, как раз 11 часов. Неплохо сегодня так потрудились. Оставим на завтра, в общем, завтра тогда будет у нас стрим в 8 вечера. Я думаю, завтра, наверное, может быть, мы и закончим игру. Раз вот осталось всего 2 уровня. Так что, ребята, спасибо, что смотрели, что вместе помогали решать головоломки. Отчасти вообще помогали по полной программе. Но в любом случае, спасибо, ребята. Увидимся с вами завтра в 8 часов вечера по Москве. Завтра будет стрим. Я думаю, наверное, будет финальный стрим этой игры. Так что всем спасибо. Всем до завтра.